Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня речь пойдет о папайе. Я вот ее сама вырастила из семечки. Она у меня растет не по дням, а по часам. У меня было видео по ней. Я ее пересаживала 2 июня. И вот посмотрите, что с ней творится. Я хочу ей просто, вот здесь вот место есть, я хочу ее поднять и подсыпать ей земельки. Ну а вообще, как бы нужно пересаживать побольше горшок, чтобы наращивала себе корни. И я все-таки хочу с этого дерева покушать еще плоды. Кто захочет увидеть прошлое видео, ссылка будет в описании. И посмотрите, какой прогресс. И сейчас буквально 30 секунд, я покажу вам предыдущее видео. Как у нее выросли листья, и прям ствол такой толстый стал. Мне прям нравится. Листья, наверное, скоро как у монстеры будут. Тоже занимает столько места. Она, конечно, любит солнце. Она у меня стоит, ну, на солнечной стороне, конечно. Ну что, я ее просто хочу, знаете, вот так вот. Вот так просто, смотрите, что тут. Одни корни, видите? Все. Там просто дренаж. Вот я сейчас сюда досыплю земельки и поставлю ей. Земля такая, могу сказать, плодородная. Хорошо подсыпать, и пока поставлю ее обратно в этот же горшочек. Так, немножко вот просто камушки вот эти большие уберу, и все, чтобы не повредить, обратно. О, тут хорошо, еще сейчас сверху добавлю. Она мне как-то маленько изогнулась. И добавлю сверху тоже вот этого свежего грунта ей. Но пока хватит. Но я думаю, что в конце августа, в начале сентября я для нее куплю побольше горшок и пересажу ее. Зиму. Мне она прям нравится. Она, знаете, она такая коренастая у меня, толстая, с большими листьями. Прям семечко удачное попалось. Там в пакетике было, вот я не помню, 2 или 3 семечки. И вот представляете, одна только проросла. Ну, проросла, так проросла. Я очень довольна своим саженцем. Еще ж сама вырастила. Ну вот. Вот моя красавица. Скоро буду стоять вот так вот с плодами. Плоды вам показывать. Да, кстати, я ее подкармливаю каждые 14 дней. Азотное удобрение я ей не даю. Я ее подкармливаю для овощей удобрениями, которые подходят.
чтобы набиралась она сил и плодоносила. Ну, листья у нее шикарные. И я вот, кстати, знаете, что заметила? У нее здесь какие-то образуются как сахаринки такие мелкие, прям вот похожие, какие-то кристаллики такие. Что-то она такое выделяет. Ну, очень декоративно смотрится, но это, конечно, очень большое дерево. Она вот нижние листья, кстати, скидывает. Вот здесь вот тоже листик вот начал уже желтеть. А вот здесь вот идет прям бурный рост у нее идет. Вот просто бурный рост. И вот здесь вот у нее такие боковые почки вижу. Я думаю, это как раз здесь будут завязываться плоды. Ну, цветы и плоды. Папайя вообще... А в раннем возрасте, в год, начинает уже плодоносить. Но это в природе. Ну, если, конечно, ей создать такие условия, в общем-то, то она, я думаю, в оранжерее запросто будет плодоносить. Ну, думаю, все. Увидимся в следующем видео.